Ежегодно в этот день здесь собираются те, для кого долг Родине не просто слова. Участники Великой Отечественной, воины-интернационалисты, родственники погибших защитников Отечества. Мы говорим слова благодарности живущим среди нас героям, кто с честью выполнил свой воинский и гражданский долг. Безусловно, это праздник гордости за тех, кто находится в строю перед долгом присяги. В Челябинской области список героев немалый. 23 южноуральца стали героями Российской Федерации, 46 – кавалерами Ордена Славы. Высшей государственной награды звания Героя Советского Союза удостоены 266 человек. Среди них – отец Тамары Михайловны. Мой отец – Галкин Михаил Петрович, герой Советского Союза, летчик-истребитель. Погиб в Великую Отечественную войну в 1942 году. И в честь него в поселке Будогощ Кирижского района Ленинградской области школа носит имя Галкина. Он там похоронен, на мемориальном кладбище. Олег служил в разведывательно-десантном батальоне в Афганистане. Всего за один год потерял 18 сослуживцев. Мы все были героями в свое время, потому что нас даже сейчас, так сказать, уважают душманы, будем так называть. Талибы, которые мы тоже ездим на территорию Афганистана и как бы встречаемся с ними. Они говорят, что русские были очень мудрые и очень надежные люди. Как бы воевать с ними было честно, потому что и в рукопашную часто сходились. А сейчас американцы, они только бомбят города, то есть не участвуют в боевых действиях. Всего за этот период более 600 жителей Челябинской области погибло при исполнении интернационального долга. Героями Российской Федерации посмертно стали 10 южноуральцев. Юлия Анфалова, Наталья Кудряшова, Владислав Шишмаренков, СТС, Челябинск.